Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о рецептах для всей семьи. Для всей семьи. И начну я с самого первого, самого важного, на мой взгляд, это с гриба веселка. Сегодня мы проезжали на мотоцикле по полям, по лугам, по лесу, на озеро ехали и почувствовали резкий такой вонючий запах, невероятный. В лесу он выделяется тухлый. Остановились специально, и вот этот тухлый запах издают грибы, грибы-веселки. А рядом с ними есть их яйца, такие белые яйца. Вот они сейчас порезаны на 4 части. Мы нашли вот эти вот яйца, привезли дома, помыли, разрезали на 4 части и поместили в водку. Теперь вот эту банку я помещу утром, отнесу в погреб, поставлю там. Плотно закрою крышкой, в темном, холодном месте она будет стоять 2 месяца. Через 2 месяца это будет не белая прозрачная водка, да? Это будет такая темная смесь, темная вытяжка. Она заберет все полезные вещества, которые есть в этом грибе. С чем работает гриб-веселка? Вот если вы спросите у любой знахарки, которая есть в белорусской деревне, про какое снадобье она будет считать самым первым, которое надо иметь в аптечке, она скажет, что это гриб-веселка. В России это будет там Мария Ивановна, в Беларуси это будет Едвига Бенедиктовна, но в любом случае это Едвига Бенедиктовна посоветует обязательно веселку. Причем, если задать вопросы, от какой болезни она помогает, она скажет от всех. И без конкретики. От чего знаю, много раз сталкивалась с этим делом. И даже в свое время моя бабушка про это говорила. И вот этот рецепт постоянно присутствует в арсенале, в аптечке моей свекрови. И если брать людей, вот, кто работает с этим грибом, очень много про него наслышано и очень много людей, которые им пользуются. Как употреблять? При наружном употреблении в дальнейшем вот этого, вот эту настойку втирают в кожу, либо же наносят на повязки, делают из нее, пропитывают, там, разводят в нужных концентрациях водой, если это требуется. Все в зависимости от заболевания. Работает с псориазами, с экземами, с дерматитами, там, ну, с наружными, с язвами, с наружными заболеваниями. При употреблении вовнутрь она работает также с... Она веселка, да, настойка. Она работает с сердечно-сосудистой системой. То есть, когда ломкие сосуды, когда прединфарктное, прединсультное состояние, когда есть проблемы с холестерином, с отложением. То есть очень большой спектр работы по сердечно-сосудистой системе. По пищеварительному тракту она работает с язвами, с гастритами, с колитами. Она работает с кишечником, она работает с поджелудочной железой, она работает с желчным пузырем, с печенью. То есть она отлаживает пищеварительный механизм. Кроме того, она работает с иммунной нашей системой. То есть, если есть склонность к простудным заболеваниям, к вирусным заболеваниям и так далее, это может быть прекрасным иммуностимулирующим профилактическим этим вот лекарством. Кроме того, это противоопухолевое. И в первую очередь, когда вот бабки вам будут говорить, они будут говорить про противоопухолевый эффект данной настойки. Вы понимаете, но каждый из нас, когда ее делает, он же делает для себя, под задачу. Ну, зачем-то он же ее начинает делать. Вот значит, для этого она и будет в его жизни служить. Кроме того, поэтому понятно, да, гриб-веселка можно найти, можно сделать и можно использовать. Кроме того, лекарство от всех болезней может быть. Вот в предыдущем ролике я вам рассказывала про зверобой, его удивительное средство, свойство. И мы начинали делать вот настойку листьев березы. Получилось тогда такое темно-черно-зеленое масло. Да? Вот этим черно-зеленым маслом я залила зверобой. Вот этой настойки уже 30 дней вытяжки, да, масла.
Вот на сегодняшний день она уже имеет такой темно-красный оттенок, да, бурый такой. Вот это уже готово. Следующая стадия, готовим перед тем, как залить вот этим маслом корень сабельника. Мы уже нашли, где он произрастает, мы его развальцуем. И в конце, после того, как еще 30 дней это масло сделает вытяжку из корня сабельника, будет великолепное средство фитоспас. Также от всех болезней. Его можно и вовнутрь, и наружу. Но если наружу, то тогда добавлять водки для того, чтобы был транспорт к суставам. Потому что больше при артритах, артрозах применяется. А если вовнутрь, то это желудочно-кишечный тракт в первую очередь. Вот масло зверобоя. Ему 10 дней. Как я его делала? Вот оно чистое, оно уже начало розоветь. Стоит оно у меня все на солнце. Масло зверобоя вытягивается на солнце. Все остальные масла вытягиваются в темном прохладном месте. Вот еще одно средство, которое я планирую начать делать сегодня. Оно не от всех болезней, оно больше от желудочно-кишечных проблем. Это вот у меня есть масло календула, оно уже 30 дней отстояло. Масло календула достаточно плохо стоит в холодильнике, на свету, в теплом месте, его надо хранить в холодильнике, поэтому оно закисает достаточно быстро. Поэтому я приготовила, вот наложила цветочков зверобоя, и мы сюда перельем, процедим это масло. Вот так просто масло отцедить не удастся. Нам еще надо будет поставить, чтобы оно обладает определенной вязкостью. Оно будет стекать долго с календулы. И мы потом остатки перельем к утру сюда же. Это все перемешаем. И дальше масло, если с календулы мы масло получали в темном прохладном месте, то из зверобоя масло после того, как вытянута календула, мы будем получать на солнце. Периодически убираю в холодное место, когда оно поднимается, да. А вот. Остальное я солью уже на ночь, поставлю и утром потом добавлю. И у меня получится масло календулы и масло зверобоя. И дальше это дело можно будет применять. Спектр применения тоже достаточно широкий. Например, когда человек принимает, возрастной же человек принимает большое количество медпрепаратов. Да, такое часто бывает. Наши родители зачастую сидят на таблетках. И у них потом возникают изжоги, проблемы с пищеварением. Вот в таких случаях это масло очень рабочее. То есть там, где есть проблемы с пищеварительной системой, с желчным пузырем, с печенью. Вот тогда календула и тогда зверобой. Еще можно точно так же вытянуть масло ромашки, то есть вытянуть календула, ромашка, зверобой. Одним и тем же маслом подряд несколько вытяжек делаем, да. Можно отдельно вытянуть каждое масло и смешать. А мне, например, нравится оно, на усиление эффекта идет, когда одно за одним, да, вот как в случае с фитоспасом, так и здесь. Почему нет? Мы экспериментируем, мы пробуем те рецепты, которые наиболее рабочие. Просто масло зверобоя мы берем такую баночку, берем, тоже я уже подготовила, наложила цветочков зверобоя, заливаем обычным рафинированным, дезодорированным маслом подсолнечным и тоже потом ставим на свету. До конца не доливаем хотя бы на сантиметр, потому что оно будет играть. То есть оно будет на солнце расширяться, играть. Вот, потом он всплывет, мы ложечкой его перемешаем. Главное, чтобы трава не торчала над маслом. Это касается вообще всех настоек и всех вытяжек. Надо, чтобы то, с чем мы работаем, находилось внутри. Да? Еще один момент такой, который от всех болезней. Это витаминный момент. Да? Мы все любим чай. И я, например, когда сегодня попала в лес, сразу использовала то, что есть под рукой. Под рукой была земляника, черника. Здесь нет еще брусники, но обычно и брусничник добавляю. Львиный зев был, была ромашка, был вереск и была дикая мята. Я все это дело вместе сложила. По сути дела, это все сейчас высохнет. И в дальнейшем перемешала, получается достаточно вкусный чай.
Никаких проблем, все под рукой, сейчас все растет, сейчас все можно собрать и приготовить сборы для себя. То есть не под решение конкретной задачи, а по вкусу. Вот мне вкусно такой чай, ну значит здорово. А он еще и витаминный, он еще и полезный. Основу здесь, конечно, сбора будет составлять земляника и листья черничника. Наверное, все. Еще, господа, у меня иногда приходят вопросы, когда просят, расскажите о той траве, расскажите о той. Вот недавно было, расскажите о подорожнике. Вот я, например, в своей практике еще не работала с подорожником. Я начала заниматься травничеством совсем недавно. И я начала заниматься травничеством под задачу. То есть у меня есть моя семья, у меня есть свои взгляды на здоровье, да, на здоровое питание, на здоровый чай, на здоровое проявление себя в жизни. И я понимаю, если хочешь иметь здоровое тело, то в какой-то момент надо минимизировать химические препараты, те же самые медицинские, синтетические, и надо минимизировать неправильное питание, да. Поэтому к теме травничества я подошла сразу с той стороны, что есть, например, у меня родители, есть у меня дети, есть муж. И у каждого есть свои вопросы, где-то по здоровью, где-то по питанию, где-то, но это свои вопросы личные. И поэтому из того перечня, даже вот на сегодняшний день у меня есть 4 конспекта только Елены Викторовны Наумовой, которая просто великолепно дает материалы. Но я пропускаю ее материалы, выбираю из нее то, что надо мне, пробую, изучаю, исследую, как оно работает. И после этого я его либо оставляю в дальнейшем для своей семьи, либо удаляю. В травничестве очень важно иметь учителя, которому доверяешь. Я, например, очень долго подбирала человека, которому могла доверять его рецептам, доверять его рассказам. Почему важно? Потому что здесь эффект как от лекарственных препаратов будет замедленный, да, то есть это все действует, травяные сборы, травяные препараты действуют мягче на тело и медленнее, да, одно дело вы глотнули антибиотик, другое дело, я имею в виду какого-то нового поколения, другое дело вы возьмете антибиотик растительный, он будет действовать мягче, дольше и не так разрушать печень. Поэтому мы ориентированы, когда мы ориентированы на химию, нам достаточно сложно зачастую перейти на более мягкие, на более медленные работающие, например, элементы. У нас есть еще внутри степень недоверия. А если у нас не работает механизм веры, у нас ничего не работает, вы сами понимаете. А когда у нас работает механизм веры? Когда у нас есть результат, и когда у нас есть лицо, которому мы доверяем, за кем мы идем, от кого мы берем информацию. И уж так получается, что это совсем не Google в травничестве. В травничестве очень много трав, очень много рецептов, очень много вариантов, и очень много написано людьми, которые никогда этим не занимались. Поэтому я, например, когда выбирала себе наставника, за которым вот я пойду в этой теме, да, я смотрела, во-первых, какая у человека травническая. Действительно ли он сам делает все сборы, как он сушит, как он вытяжки делает, как, да, то есть если это баба Маня, у которой стоит 2 картонки под кроватью, и это травница, для меня это не было авторитетом, да, потому что я знаю, что даже вот на нужды семьи у меня на сегодняшний день выделено 2 шкафчика на кухне только под чай, не говоря уже про все остальное, то есть это реально занимает достаточно большой объем пространства, время, и так далее. То есть вот те видео, что я видела в интернете, когда показывают травниц и их травнические в виде кровати и 2 полочек, ну, в моем смысле уже не проходили. Я выбирала человека, чтобы было обязательно образование, которому я доверяю, да, образование как медицинское, так именно фитотерапевтическое, чтобы он учился много лет у разных учителей. И чтобы он много имел практики с людьми, да, чтобы у него были результаты, отзывы от людей и так далее. Было очень сложно найти человека, который бы удовлетворял моим критериям. Сегодня один человек удовлетворяет им, слава Богу, что он есть в моей жизни, слава Богу, что я могу позвонить, спросить, проконсультироваться, задать вопросы.
И я предлагаю другим людям точно так же пользоваться услугами профессиональных травников. Я не профессиональный травник, я далеко все травы не перепробовала. У меня нету такого феноменального опыта работы с людьми. Но я могу рассказать те вещи, которые можно дать на широкую аудиторию. Если вы хотите более профессионально заниматься темой этой, да, то милости просим. Наумова Елена Викторовна проживает в Подмосковье. Есть контактная информация в интернете, если вам нужна, можете написать мне, я вам дам. Можете приезжать к ней на семинары, они проходят в Минске точно, где еще не скажу, смотрите в интернете. Вот. Но это действительно качество, это действительно знание, и у нее вы сможете подобрать рецепты конкретные под решение своих вопросов. Потому что вот то, что я даже сегодня рассказала, это подойдет всем. Но есть вещи, которые нужны каждому. Мы все очень индивидуальны. И в вопросе трав это все очень индивидуально. Ну вот как-то так. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья.